Елутеровская прокуратура возбудила 10 административных дел за нарушения на местных заправках. Из самых массовых – невыполнение требований пожарной безопасности. За это оштрафовали 4 АЗС. Топливозаправочные островки не в полной мере были укомплектованы необходимым оборудованием, в частности, огнетушителями. На одной заправке под видом дизеля реализовывали судовое топливо, о чем потребитель не был проинформирован. И 4 продавца нарушали требования экологического законодательства. Всего проверка коснулась 7 АЗС. Не все дела еще рассмотрены по существу. До конца недели будут рассмотрены, часть рассмотрена. Административных дел вынесено наказание в виде штрафа. Добавлю, что размер штрафов составил от 1000 до 6000 рублей.